что, друзья мои, прекрасная моя заправка, проезжаю ее мимо. Сейчас, потому что у меня кофе с собой домашний. К сожалению, приходится дворники, видишь, я не могу их отключить, они портят кадр. Особенно на заставке видео. Вот это один из лучших Лукойлов в свободном чистом поле. Вот это сосенки, лицом которым я стоял все время в жару. Там прекрасный вид, все, свежесть. Ну, в общем, сейчас хотел сказать, что самое то погода для поездок. Это, конечно, не совсем так, потому что, знаешь, по принципу, не ты, так тебя. Я-то, допустим, вот еду 90 км в час, то есть, в принципе, по такой дороге 80 надо ехать, не больше. Но полно народу, которым, как говорится, все нипочем. И опасность увеличивается. Так что еще раз повторяю, что ездить надо в дневное время. Я этому до сих пор все еще следовать не могу. Я постоянно, так получается, что и особенно на дальней поездке я езжу в потьмах. Ну, потому что я трусость, я не могу с утра встать, выехать. Я уже про это много раз рассказывал. Да и, в принципе, знаешь, когда зимой, я в декабре в конце ездил, допустим, в Вишкарау, уже, ну, день-то короткий, и мало того, что темно, но еще и гололед. Ну, тогда вот я ехал, конечно, часов, наверное, не наверное, я ехал 20 часов. Практически выехал я там очень хорошо, наверное, часов, наверное, в 10 утра, а приехал, дай бог, в 6 утра. То есть вот так. Все потому, что в Чувашии начался жесточайший гололед, я снизил скорость до 40 км в час, и так вот и полз. Ну вот так, ладно. Желаю хорошего дня, это все видео ни о чем. Если вдруг досмотрел, то напиши обязательно про то, про свою повестку дня, что происходит, что, как говорится, что тебя волнует, какие вопросы тебя интересуют. Мне, конечно же, тоже задай какой-то вопрос. Ну, потому что смысл канала заключается в ВКонтакте. Ну, конечно, монолог с самим собой тоже. Разговор с самим собой. Но все-таки контакт — это очень важно.